Троценко. Так. Кстати, вы заметили, Позигун, да, Украина. Но мы тоже не отстаем. Я уверен, что это россияне. Так, Троценко. Он пишет или сам, или, скорее всего, он посредник. Он делает с моих фильмов, делает статьи, размещает их в этом Дзене или как он там. И люди их читают. А потом там же внизу комментарии. Вот. И, скорее всего, это не Троценко, а кто-то из них задал вопрос. Вы опрыскиваете мне, конечно, статья от моего имени, вы опрыскиваете железом купоросом яблони от черного рака. Вот. Ну, я отвечаю Троценко, он дальше по цепочке. Я железом ничем не опрыскиваю. У меня нет черного рака. Если у вас черный рак, если он не ошибся, кто-то. Ну, иначе зачем вопрос задавал? Так это грибы. Они едят только мертвечину. И, внимание, это когда-то будет мировым открытием, и перестанут миллионы тонн ядохимикатов тратить на это, убивая всю живность в саду, убивая, ну, угнетая грибы, их не убьешь, угнетая грибы, да? Вот. И калеча нас, наших детей и внуков. Просто пока это знает один человек на планете. Ох, меня бы Александр Юрьевич бы поддержал. Вот. Или, может, это не его стезя. То есть у них у ученых более узкий путь. Это я сегодня про это. Сегодня я говорю, что люди произошли от гермафродитов. И опять я один на всю планету. Ну, я таких примеров десяток приведу. Когда это будет всемировое открытие? Когда это будут говорить, так же, как этот самый, так же, как этот Менделеев, тоже вот не успел Нобелевскую, не получил. Так же. Про меня будут говорить. Но это потом. А пока вот впереди огромное откровение для всей планеты, когда хоть один там уже, в самом верху, а вдруг дойдет до это самое, до них, что мы творим. Вот. И дальше я пишу. Состояние здоровья от грибов не зависит. Опрыскивание не нужно, напрасный труд. Если у вас бактериальный рак, то до сих пор все способы борьбы с ним, включая антибиотики, были бесполезны. Сейчас якобы в Германии, в Польше нашли, но я же не могу включаться в эту работу. Нет ни сил, ни времени, чтобы найти тут. У нас страшные потери из-за этого. Но прошу не путать черный рак с бактериальным раком. Теперь так. Ну и, короче, я высказался так, отвечая Троценко. Примечание. Это мое мировое открытие. Лет через 100 дойдет до ученых. То есть другие поколения ученых, эти уже ничего не дадут. А пока жрем ядовитые фрукты.